Караганде появится международный центр материаловедения. Грант в размере 2 миллионов долларов выиграл Карагандинский государственный технический университет в канун Дня знаний. ВУЗ из шахтерской столицы участвовал в международном конкурсе, в котором участвовали более 20 тысяч лучших университетов со всего мира. Среди множества вузов мира повезло политеху из Караганды – 2 миллиона долларов. Грант, на который и будет создан международный центр материаловедения. Мы в этом году мы начали подготовку инженеров-сварщиков с выдачей дипломов международного образца. То есть идет обучение по международным стандартам. Этот учебный год для КРГТУ ознаменовался еще одним событием. Соратников президента, бывших выпускников вуза, опытных специалистов разных сфер будут привлекать в образовательный процесс. Два человека накануне удостоились звания «почетный профессор». Одним из обладателей такого титула стал сподвижник президента страны Толеутай Сулейманов, экс-министр иностранных дел. 50 лет назад он был выпускником еще Карагандинского политехнического института. Теперь на мужчину возложена особая миссия – поделиться опытом с подрастающим поколением. И звание вот это меня очень многому обязывает. Я обещаю, что в ближайшем будущем посетю этот университет, в котором я учился более 50 лет тому назад. По приглашению ректора прочитаю лекцию, выступлю перед студентами, отвечу на интересующие вопросы.